Шипачев, который 2 плюс 10 продолжает открывать. И Зловин, который получил 10 минут за неспортивное поведение. Все остальные уже, соответственно, вернулись. И играть не забивает «Спартак». Не проиграет сегодня команда в сухую. И Анатолий Никонцев за 3.22 до конца первого, может быть, даже матча, если, ну так, если нет, ну, третьего периода, как минимум, да, Анатолий Никонцев дает шанс «Спартаку». «Спартак» очень долго ждал этой первой заброшенной шайбы и очень много работал для того, чтобы она все-таки состоялась. И серия, ну, продлится как минимум 4 игры, а эта серия, скорее всего, продлится и побольше. Что-то вытащить из нее задача очень непростая, тем более, когда соперник ведет со счетом 4-0. И в этом отношении капитан «Спартака» сумел найти свой момент и в конечном итоге его использовал.